180. 280. У нас так. Нет, ну да, 90 так стоит. Так, кто может рыбу ставить? Ханна Монтана. Так, рыбу бафайтесь. Так, ребят, говорю один раз, слушайте внимательно, кто где сидит. И с кем. Барон нас манитри с Леочкой. Леочка пока в мотик Каверлоке. Дралова Гладек Лекси. Лекси пока в мотик Ультрашторму. Инцп с Хантаманом, Блюз Вайп с Рапкиным, Оушит Айсори с Шэдоу Кринжем. Это разрушители. В мотиках Эверлоке с Леочкой пока сидит. В Лекси с Ультраштормом. Все остальные рассаживайтесь по осадкам. Так. Это Шэдоу Кринж водитель разрушителя, да? Шэдоу Кринж... Нет, Оушит Айсори. Водитель. Никуда не едете, сейчас я посмотрю все серии. Мы не будем AWE боссы, не будем ресетать, поэтому прямо сейчас рассядьтесь как можно. Хорошо, сейчас я еще метку поставлю на людей. И, пожалуйста, этот... Ты с Оушит Айсори, Так, отправляет у нас череп и крест. Две осадки. Тралова и... Байрона. Царапкин. Драла, крест. Череп, крест. Отправляем мы квадрат Манитри. Луну. Это Леочка. Гладека. Это будет треугольник, по-моему. И ромбик Лекси. Царапкин, садись. Так, я как куда вожу? В какой машине ты еще не распределил? Верлоки возят Байроник череп, а Ультрашторм возит кресту. Это там. Окей. Да. Царапкин, чем ты слышишь? Череп, крест. Найду. Метки Фоджи только проставлю. Да, я оставлю прям сейчас. Да, GPS, квадрат, луна. О, все нашли себе места? Антаман, что ты стоишь, думаешь? Ты сидишь с инспом в разрушителе. Нашел место? Инсп. Антаман, инсп, где ты? Ребят, мы поехали. Назад, 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 назад. Все, сел, сел. Все, нашел? Все нашли места? Все, поехали. Все. Сел, в принципе, да? Да-да, сел. Да, хорошо. Кирпи с квадрат. Луна. Треугольник. Мак уже 5200 ГС. А, или специальный 5500 ГС. Так. Каверлоки.
Бьем, бьем, пё встали. Поехали. Ждем, смотрим. Починан, давайте сразу. Пересаживаться там уже будем, да? Да, что пересаживаться. Квадрат и держайтесь во втором этапе. Вы неважно кого пассажиры подобрали. Да, вы главное видите, кто что не значит. Даже если вы подобрали того, где. Который с Сеньон. Так, кого мало колчеданов или ХП починить. Крестик привезите второго. Ага. У меня почему-то одного нету человека. А, квадрат пишет. Луна, садись. А, я понял. Ну, слабо. Угу, давай. Будешь колчедан собирать? Чего? Хорошо. Поехали. Давайте, не замораживайтесь, ребята. Ее не страдайте. Убивайте. Скоро там? А. Уже все. Видите, там треугольник что ли заморозился? Да, вижу, вижу. Нет, он больше нет. Подвозите череп так. Этот, почему оверлоки? А, оверлоки ты где? Оверлоки, я ты должен был в череп возить. Где мой пассажир? Просто вернись ко мне. С правой стороны череп, если что. Оверлоки. Залазь, Ром. Ром, залазь. Залазь. Кресте. Ага. У меня в черепе все еще нет пассажира, ребят. Оверлоки, почему ты не забрал человека? Оверлоки, скажи мне. Мне нужен пассажир в черепе. Наконец-то. Какие проблемы, оверлоки? Какого твоего? У тебя нет твоего, не твоего пассажира. Ты должен был забрать любого. Там два пассажира падают. Чё, ты не разъединяешься? Третьим обед не должен никого не забирать. Это без мет. Мопеды. Надо, надо забрать. Скажи, где ты, с какой стороны? С морды. Забивайте колчедана, ребята, мало колчедана вообще. С морды, ромб, ребята. Вот уже слева от морды. О, это не морда, это жопа была. Да нет, морда. Так, ладно, садитесь, 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 заряжайте. Луна, зарядись. Угу. Второго тоже отправляйте. Кто там садится, сидит, отправляет тоже. А, плохо мотоцикл. Кто на мотоцикле там есть? Вы должны уже сразу ждать человека. Без тебя нету второго. Чего нету? Ну, у меня нет. Шранка, сядь в крест. Плохо. Квадрат, колчедан. Возьми колчедан, царапки. Кто там на третьем мотике, сядьте в крест и просто там заряжайте. Да, мы больше, больше не будем управлять. Все равно. Через загруз? Да, мы больше не управляем. По левую сторону от машины. Там видно, два человека падают. Как тут не найти? А мы с кем? Мы проверяли вчера с ребятами. Да. Сове, да, надо было пострелять по нему еще.
Плюс урон по нему закину. Того ответственная с мопеда. Осколок, осколок с этого. Да-да-да. Осколок. На разбор, да, ролим. Паролите сейчас. Я что-то задолбался. Смотреть, следить за вами. Давайте на... По вашей там по совести сами. Бафайтесь, кто умер. Паски должны быть пропиты, еда проедена. Портал откройте, пожалуйста. Кого? Портал. Случилось, зачем портал? Угу. Да, он открыл, открыл. Он только что появился. Так вы шо? Куда? 12к, вы шо, с ума сошли? Челикам, наверное, по пару штук осталось. Я тут на шмана лутал по 4 по 5 тысяч. Это самого. Мобов. Маговский стол. Да, да, маговский стол поставьте. Мобов. А, рыб... так, а рыба? Рыбу, свою еду есть. Я рыбу давал, она... Хана... Что там? А, ханта... Хана... Хана Монтана. Так, дралово. А можно в четвертую, пожалуйста, шамана или кого-то там, дренея какого-то? Четвертую дренея. Что ты хотел от меня? Деньги отдать? А, да, вон. Да, да. Так, я наоборот же в четвертую закинул, убрал оттуда. Кому из третьей не нужен дреней? Есть? Ну, отдай, кто сейчас забрал, отдайте. Драла, вот ты там полутал, да, отдай ролл. Выходцы или кто там. Отдать? Ну ты там с руду, это, не руду, а выкопал из этих из людей. Из людей, это, из моба, из босса выкопал. Кидать стрейт. Да, там ребята ролили, и ты тоже роль. Если ты хочешь. Что там еще выходит? Разобрать. Отдай человек. Все, бафнитесь. За 15к могли бы отдать ему. Да, да, да. Бафнулись. Дренея бы все-таки. Чего? Дренея бы все-таки. Кому из третьей группы не нужен дреней? Мне кто-то очень нужен. Рифани, тебе нужен дреней? Не, не нужен. Сау. Кому еще не нужен? Мне не нужен. А я выделял, я перелогался, он не спали. Верлок, я тебе чё? Я тебе писал? Да, написал на перелог. Кого из вас есть ДД спеки без вайпери? У меня есть. Мы, блин, а Силит находили потанчить соло?
Окей. Когда спекаться? Да, без разницы, можете спекаться, можете так купить. Next доспехом. Next team. Ну, окей. На атаку едем. Волф, еда. Ой, волф этот. Надо выпить. Я первый сдам под первые два. Царапнет себе сейчас? Хороших откидывается, ребята. Магам нужно же стакать что-то. Кто-то откидывает постоянно голема. Это ротация. Че какое будет? А у вас обоих есть это? Да. А, блин, тоже есть это? Ну тут да. Ой, я без карты танчу. Ё-моё, я был без карты с манскриптом на ретрика. Да, я ни разу это сейчас не пытался. Ни на одном персе. Надо было натыкать. На одном еще, Серёг. Один раз ходил, он у нас 20к ушло. И я сейчас жалел, что его не взял. Через 10 секунд пуляю. А ты там ловишься, я его... Да, давайте. Плюс вайп кинет на монитки. Мейблин кинет на... Нет. Плюс вайп кинет на Шитл Кринжа, услышал? Да. Да, Мейблин кинет на монитки.
Она Монтана кинет на Леочку. Слышал? Она Монтана на Леочку. Дралова кинет на кого? На Ультра Шторма. Зачем? Не знаю. Выходцы кинь на Инспа. Выдели танками нас. Кого выделить? Танками. Мы выделены танками. Выделены жданками, я читаю. Да. У меня все красное. Так что без разницы. Лходцы Инспу кидают. На Монтана кидает я что-то. Через 10 секунд будет спуск. Через 5. Все. Что вы не знаете? Скоро снова взлетит. Окей. Произошло то, понимаю, предательство только что. Пиая. Смотрел Наруто? Это шквит. Когда его предали. Нет. Ясно. Я не смотрю такую хрень. Я сразу гадал, что пиая у тебя. Нет, потом придешь. Так, живой жар, блять. Живой жар торгуем, пока засунул кому-нибудь, не знаю, пакать пока засунул. Тринька с пустокрылой. Да ты ее попал за. Что ли, 150? За 10к, по-моему, или за 8. Норм тренинга. Чистим, чистим справа, слева, мы не будем. Мой блин, нажми массаку сейчас. Напульте на мобиль. Аккуратно с этими, с вашими приколами. На монт... Ой, Дралов, нажми так. Цель дофигища. Хорошо, Левочка. Так, большая просьба на XT нажимать свои сейвы и не убегать в жопу от хилов за босса. Не убегать. Чтобы вам могли кинуть читок. Шлепок, это был бы шлепок. Брюс Файп предлагает пригласить вам в группу шлепок. Я? Или бы Брюс Файп нажмите. Предлагает пригласить вам шлепок. Я? Я не знаю, это мечется МРТ. Лячка. Сейчас я ищу. Берите камни. Искры свечиваются все у нас, кроме миликов. Так, да. Отдай Леочке, пока там. У нас кто-то танчит. А, Мэйбель, Мэйбель, справишься с искрой? Там. Ну, могу и все потанчить. В смысле, могу и все. Тебе придется все танчить. Как понять, могу и все. Что? Что-то интересно. Так, вот ранка нормальный спек. Ну-ка посмотрим, да, на Фурика. По маншаутам. Да, молодец.
Арчи, камешки взяли все? Гера будет спла. Поэтому рассчитывайте, пожалуйста. Вы по центру его танчите или где? Да, по центру. На атаку пули. Гера сразу спла бы. Гера. С Герой? Ладно. Верлоки, ты должен стоять у левой ноги. Я дамажу. Их его сейчас заливают после атак. Месте. Это ДК переставь оба. Да, надо от себе его призвать обратно. Да, и отправить. Надо, чтобы он добежал до него. Дело молодец. Первое нажимает Дралова, второе нажимает у нас Мейбелин. Убиваем бомбы. Ребят, ну доходит, ой, искра появилась. Вторая сейчас будет. Все кастеры свечиваются в искры. Слышите меня? Без исключения. Не убили. Отхилился. Что у нас с землетрясением принять? Но было? Нет. Даже первого не было? Нет. Искра. Следующий нажмет. Кто у нас там? Драво. Плюс. Ой, уходца продолжишь тогда. Уходца нормально. Да. Молодец. На следующий нажимает нас Мейбелин. Да, бля, он рофлит. Следующим нажимаешь, только тебе пару шагов надо вперед. Верти, Лекси. Искра. Ой, Гинс, Габелла. Там далеко стоишь, Андрей. Я надо нажимать пошлибо. Нажимайте на Лекси. На Лекси боб надо кинуть. Пусть либо убили это. Искры игнорим. Дралов, нажми масса. На КД. Дралов, массакр, на КД? Массакр? Да, да. На КД. Вижу. Босса, бейте.
Да. Ух ты. Что сделал? Упс. Это я. Ну, блять, она, короче, взорвалась. Я блинканулся сразу оттуда, и она взорвалась в итоге. Урод на маге. Хорошо, что в конце. Так не, типа, уже босс-то умер, типа, я нажал просто, ну, взорвалась эта хуйня, я нажал блинк, и взрыв переместился со мной. Роль-то. У нас теперь ретриковские перчатки. Извините, пожалуйста. На собрание. Надо будет на заметку взять и в гильдии так делать. Манитри, чё валяемся? Стало спешнулось? Нет, ничего ещё не разыгрывалось, кроме того, что не должна была. Да, у нас прошел ром. Сколько мы били его? 4 с чем-то. А, это у нас 2 человека умерло еще. Да, 4.30. Слева ты справа. Давай, пуляйте. Давай справа, я слева забил. Тыкните по сакрит. Я уже сказал, наоборот, мы били. Ну хорошо. Я просто... Куда пойдем вначале? На Алгалона или на собрание? Алгалон. Я считаю то, что нужно разминку опять на собрание сделать. А, какую разминку? Так, размин очка. Разминочка очка. Кого? Твоего. Сейчас нас на собрание разомнем. Тут же идем. Где слева, справа? Идем. Да пошли туда уже, начнем собрать. Окей. Нет, не проходим, он сам подведет. Спрячься за угол, прыгнет на вас. Спрячься. Это все плохо. Чем плохо-то? Все нормально? Зажал меня. Масаку, нажми его, вот. Нажал мои дыры, бля. И блюзвайп. Блин, вас вообще не видно кулдауны. Как вы так тыкаете? Я видел, что нет масакры, я нажал. Я она точно так же сделал. Она была. Ну блин, камон, ребят, она была. Ролл справа. Зеленка. Так, а чё я лут... А, чё я пытались отмазаться, как обычно, но не получил. Да. У меня по центру экрана напитывает, он нажимает масаку и... Да. Поэтому давайте взялечь. По центру пак. Видите, их надо разводить. Саму. По СС я кидаю на... на блюзвайпа. Мейбери накидает оверлоки. Большого у нас танчит на блюзвайп, а двух мелких танчит Мейбери. Ты ставишь моба. Не знаю, я вчера ни разу не сдох от того, что он был гонит. Вот вообще ни разу. Это
Напоминаю, до всех ДКшек тут еще особенно, да, вы должны нажимать свои бусты на третью фазу. Не на вторую, не на первую. Там не пытайтесь что-то накрутить, вы должны все свои бусты давать на третью фазу. И паладина, не жмите бабл, пожалуйста. В танке. Какой ролик с хила? Что ты хочешь? Какой ролик с хила? Какой бабл? Что-то я не понимаю. Да был там 11-1 с баблом. Нет такого ролика. Не упал. Там же линкуется в чат, что падает. Так, ладно. Пивайтесь, поставь еще. Сейчас, 10 секунд подойду. Мэйбелин, ты мне сразу каплю скидывай, как только фаза начинается, ладно? Ок. Кто по-большому начнет из танка? Близвайп. Так, камни похавайте. Ты поставил? Ой, кинул СС на Мэйбелин? Да, кинул. Я кидаю на... Взяла его. На ту резисту сожрите банки. У вас есть? У меня есть. Жри. Я сожрал уже. Что-то еще не хватает, забыл сказать. Уинспа не хватает еды. Царапки МДД. Да, вижу. Ребят, еще раз. Когда мы ждем руну, да, и будем переводить, все ДД должны стоять под большим мобом. Не за ним, не в синей руне, которая пропадет, да, а стоим за ним. Хорошо? За большим мобом. Чтобы у вас статик не прилетел. Чего? Выдели меня в танке. Я выделил тебя в танке. А, все, себя. Это, а минус хил у нас там есть или опять сейчас на ходу определить? У меня есть. А. Кого у меня? Нулханта. Погоди. Да, у меня с прицельным выстрелом. А, хорошо. Ну ты помнишь, да, что тебе нажать под смерть танк? Да, конечно. Так, ладно, все, рча. И будет. Натур ставит у нас Оущит Айсори. А Инспы, Волк, вы ставите там остальные. Сокоть кто пойдет? Сокоть все хилы. Без разницы кто. Один раз словили, зашли в этот, ближе к боссу. Назначать, ну, главное за танком не стойте. Если так получится, что мы не успеем бить до первого, а это возможно, да? Мэйбелин, когда идет третья фаза, объясняю, ты встаешь ровно в танка, в обьюзвайба, и ждешь, когда он скажет за танк. Хорошо? Не надо убегать куда-то в сторону, бить его со спины, боку, со стороны его таунтить. Ты стоишь в танке и по команде таунтишь. После этого нажимаешь ШВ. Ты услышал? Да. Ой, Дралова нажмешь массакру на первую дыру. На первую безруну или на эту перегрузку? На безруну не надо нажимать ничего. На перегрузку, значит, да? На перегрузку, да, на череп. Хорошо. Безруну, ребятки, нажмут камешки. Не сдохну. Там мы смотрели, а не спасает нас сами. Того, кто просто не стоит, этот стоит в ней. Мы 25-шку собрали, да, уже? Кто это спрашивает? Я. Ну я этот массакр. Может, ДК-47ГС. Понял. Не. Я имею в виду ник какой. Ну ладно, мы... Миша, эти скрипки. Да-да, у нас часто назад мы собрались. Чё, на каком боссе? Собрать. Все, не отвлекайся. Нам босса в центр. Руни стоит большой, аккуратно. Только что зашел. Угу. Приготовьтесь спредаться. Спредаться — это значит, вы отходите от босса. Боссы стоят также на месте. Кто тут стоит? Меня он стрелял почему-то.
Никого не нажимать. Отходим, 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 отходим. Отходим. Сейчас кто-то еще умрет, да? Привочка, понял. Берти его. Ну два тика подряд. Подвези. Берти, крикнуть на хп обязательно, стаминку баф. Стопайте урон. Или не стопайте. Оставляем ему 7%. Драла восстань получше. В другую сторону куда-нибудь. Сейчас посмотрим. Убиваем, убиваем Геру. Убиваем, 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 убиваем быстрее. Он в руне стоит. Я вижу. В руне все еще стоит. Дай массакру Хана Монтана. Хорошо стоит. Снимай, 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 снимай. Да убегаешь. Я бабли. Массакр уходца. Нахват массакру Дралова. Уйдет. Сегодня с этим. Разыграй диск, который бомж ебет. Легкими. Кому диск доступа к алгалам? Че ты там настругал, на уешил по двум целям, когда это? Бля, че у меня с ДПСом, чувак, нет? Да, стоял, Близзард кастовал внутри. Че ты у меня с ДПСом, хрень какая-то, я на 18 месте, до Варлока. Но все нормально у тебя, как обычно. Я не знаю, чему ты удивляешься. Я нормально, когда этот, когда не слегу за вагонами. У вас откуда-то это там много. Ладно, идем на кого-то. Песова не вторая цель, просто идем на. Дисаки я раскидаю. Ребят, смерть от кары. Провалы в черную дыру, да, это минус голда. Не обижайтесь, если вы не отошли. Царапкин, спекайся обратно. Так, рейд кулдаун. Нет, колонгалом 25. Звезды убиваю я. Поэтому можете тоже расслабить буки. Насчет этого. У нас первый будет танчить Blue Swipe. Так, дальше будет давать Хана Монтана, Дралова. А, там будет Мэйбелин. Мэйбелин, ты нажимаешь свой десак на четвертую звезду, когда ты будешь танчить после сурового удара. Услышал? Да. Ты на четырех стаках забираешь без вайба, нажимаешь две тринки, тебя хилят по двумя тринками. И до сурового удара... А, тебе еще таргетную сакру даст без вайба. До сурового удара ты больше ничего не нажимаешь. После сурового удара ты нажимаешь на себя ШВ. И через там секунды 3-4, после практически сразу после кары, нажимаешь Нисак. Услышь? Услышь? Да. Хорошо. У нас все звезды перекрываются. Если вы не будете тупить с этими с Дисаками. Так, плюс Варни. Там дальше Хан Монтана. И дальше Мэйбелин. А, ну и перед выходом на вторую фазу у тебя тоже будет Десак. Ты в заметке сделал сейв, да? Показал, о чем. Да, сейчас сделаю. Чекайте. А что, ключ есть у кого? Есть у кого? Ну, у меня есть. Там вроде уже. Так. Уходцы, у тебя там. Я сейчас поменяю. Там десак. Кто так и не кликнул.
Че не крикнул? На хп не крикнул? Не кликнул, типа, на открытие. У вас нет ключ? А, ну ладно. Так, да, еще раз. Хана Монтана, ой, Дралова и Илходца, вы нажимаете Кисаки с мастер ауры. Хорошо. Мейблин, может, я... может, когда я нажимаю десак на пятый, он сдаст вместе с мастер аурой, и я а мастер аура не дает ГКД. Ты можешь сразу вместе. Все равно разные кнопки. Ну ладно. Мы всегда делаем макос один прямо сейчас. Какая проблема? Сразу вместе нажмется. Че? Справишься? Конечно. Да, нет, нет, да. Хорошо. Так, Дралова. Уходца. Безвайп, ты нажимаешь на вторую и на седьмую звезду. Я буду анонсить дополнительно, поэтому не ссыте. А что вы что-то проебете. Так, по СС-ам... так, Shadow Cringe, помнишь, что? Ну, что да, да. Делать? Да. Нам удалось опередить Алгалона. Так, и по заборам друг у друга танков, да. Вы понимаете, что когда... у вас танк, у вас забирают босса, вы сразу на, против, ну, на другого танка кидаете таргетную сакру. И приготовься, Хана Монтана тоже давать таргетную сакру с баблом. Слышал? Хорошо. Это важно. Так, СС, я кидаю СС на Блюзвайпа. Она мне 13 минут висит уже. А, да. Хорошо. А Блюсай, где ж ты? Я бегал, что я такое сделал. Окей. Да, потом бы сделал. Так, сейчас посмотрю по Файерар аурам. У вас лохи качанные? Уход содрал его? В один. А у обоих в один, да? Ну это сколько, минус 10%? Да. Блин, плохо, ну ладно, тоже пойдет. Если что, тоже вы можете лоха сдавать, наверное, без команды сейчас. Половина у вас тема. А, окей. Бесфайп на концентрацию. Хана Монтан на огонь поставь. Да. Пусть так остается. Милики, вы стоите всего левой ноги, когда идет кара, и перебегаете на правую сторону. Как только кара прошла, вернулись на место. Слышали? Никто звезды не кливает, не бьет. Первую звезду, которая будет справа от босса. Вот тут я буду прыгать, да, в себе. Мы убиваем кастеры все вместе. У нас будет на всех щиты, у нас будет на всех свои бафчики, то есть это зеленки у ДКшек, это у Рока это фейнты, да, у магов это защита от магии огня. Все будет фулл хп. Так, манитри кидаешь иннер сплан, ну не сплан, 30 секунд на Дралова, левочку кидаешь иннер на Лохотце. Угу. Да, конечно. Так, вторая звезда будет тут слева. Ее мне помогать убивать надо. Никто остальные звезды не кливает, не бьет. Когда будет анонс на суровый удар, все маги подошли, дали новую в мобов, потом только заходите. Драловый уходцы у вас праведная. А, праведная, хорошо. Драловый шарит, а уходцы не включил. Почему? Уходцы, что не включил? Праведное неистовство. Оно тебе минус урон дает по тебе. Или не дает у тебя. А, у тебя вкачан, да, дает? Дает. Да, все, вообще. Не будет. Камни. Камни на хп. Камни. Были же камни, ставлю. Не ставь, я верну. Вам же и на ласт оставить или можно сдавать? Чего? Вам же и на ласт оставить? Да, конечно. Вам же вызывайте на ласт спать, не раньше. Слышно, нет? Да, фласки. Ребят, кому нужны фласки на резист, пожалуйста, потрейдите на. Байрон. Логи из-за этого босса я не считаю. Поэтому... А рыба будет? Обязательно пить их? А фласки ну, обязательно? Не... Фласки. Ну, да, хороший. Фласки, ну, да? Ребят, но... Фласки нет, дает... у меня таун взят просто. Оно примерно минус 15% урона дает по вам. У меня 210 резистов. У меня таун взят. Так еще возьми, больше будет. Глодок. Вам чё? 23к хп, блин. Лекси 31, 21. Поеду к себе. А? Возьмите, сажите, лишним не будет. На первую звезду мы сдаем свои сейвы, да? Да, да, да. Ну и дальше вы сами тоже сейвы нажимаете. Ну по КД, понятно, да. Да, ну на первый то сразу нажимаете.
Потом уже можете, конечно, рандомно, потому что мы все будем закрывать, но... Так, Лекси тут. Выпьет... Глодок, ты чё? Ты осилишь без этого? Тут лучше в Аркане, по-моему, на этом. Ну, будет. Кстати говоря, я вот вчера выпила, и мне там очень много резистов прям на фул этот проходило по рейду, у меня прям резистово. Нет, такого не можем. Ну, серьезно. Тут не, нет такого фул резистов. Ну, прям разница была большая. Ну, разница тут большая, только 15% разница по урону. Все, РЧ будем пулить. Блюзвайп первый, да, танчит? Да, да, первым танчит блюзвайп. Мейблин, ты сделал свои кулдаун? Распределил? Что-то хп мало, Мейблин. 6к. Ладно, на атаку едем. Не забывай, что тебя надо будет затаунтить босса после этой. Действия нелогичные. Все. И ты даешь пула на блюзвайпа сейчас. Да, да, да. На пулы только дай. Ты крылья нажимай. Я знаю. Просто так говорю. Будет. Ребят, я 10 раз это говорил. Ну что вы, еще давайте еще раз. Где блюзвайп сейчас? Слушайте один раз, пожалуйста, а все. Да все нормально, а как? Одно и то же просто спрашиваю, постоянно. Кругом целым. Геру. Геру! Вообще-то, сори, что тормозишь? Пока раскастуюсь, блин. Кто там стоит, Эверлоки? Ты не должен там стоять. Правой ноги никто не стоит. Убиваем звезду справа. Череп поставил на нее. Быстро свичнулись все в нее. Нажимайте свои сейвы, не провалитесь хилы. Кара, отошли. Отойди оттуда, девочка. Это нормально. Ну вот такое. Мне вот так урона получил. Это шуба. Инер раздайте. Вторая звезда, аккуратно, милики. Милики, аккуратно. Подвинь босса назад. Да-да-да. После кары будет. Приготовься нажимать этот блюзвайп. Блюзвайп нажимай. В миле аккуратно. Кара, да? Хорошо. Отлично. Изи. Бьем босса. 3, 2, 1, забираю. Следующий нажимает Ханна Монтана, я скажу, когда. Ханна Монтана, приготовься. На Монтана нажимай. Это будет здоровый. Топнули эти созвездия и зашли. Зашли, место... А Мэйберин, я тебе как за БК продать, сейчас дам. Даю. Мейблин, нажимаешь ШВ, и Мейблин на... Нет, после кары. Нажмешь эту штуку. 3, 2, 1, Мейблин, нажимай. Нормай. Хорошо, молодцы. Изи. Бьем босса. Ты улетел, конечно, но это не страшно. Звезды не кливаем. Приготовься нажимать Дралова. Я скажу туда. Ближайшее только не заводите. Больше заводить не буду. А? Готовлю снимать босса. 3, 2, 1. После кары. Дай каплю. Кара. Дал. Дралова. 3, 2, 1. Нажимай Дралова. Хорошо. Следующий нажимает у нас после Дралова уходца. Приготовься нажимать. Уходца 3, 2, 1, уходца, нажимай. Кара, аккуратно. Все, больше пока звезд не будет, бейте босса. У нас есть еще зубы. Анонсите на зубы, когда у вас закончатся сейвы. Зубы. А, сейчас наблюзвайба зубы. Зубы наблюзвайба. Хорошо, блюзвайб, что у тебя там к сейвам? Я нормально, просто никто три не сдавать строить. Хорошо, ты три не сдашь после этого. Ты забираешь три не мне блюзвайб совсем. Да. Так, бьем босса. Кара, аккуратно. Приготовься нажимать у нас следующий блюзвайп. 3, 2. Нет, не бля, ладно. Я уже нашел. Ничего страшного, успеем. Успели.
Буду забирать. 3, 2, 1. Забираю. Сам сейвся. Капли нет еще. Кара, у вас сейчас синеры оттачатся, дайте уходим, сразу. Уходим, уходим. Кара. Так, улетел кто-то все равно на каре. Ханна Монтана, приготовься нажимать. 3, 2, свои сейвы нажмите, нажимай. Капли есть у тебя? Да, даю. Босса на центр ведем. Больше звезд не будет, босса на центр ведем. Иннер кому там отдавал? Босса на... Посмотри по мане, на Дралова Иннер. Кара в мире, кара. Не улетите. Босса на центр. Сколько дошиваем, Мейбель? Умер. Забирай босса. Блюзвайб, хилим. Он умер. Блюзвайб. Есть? Да, шп нажми, фейт, шп. Фейт нажмай. Вызывайте адов. Тогда украинишь фейт. Зубы на... А, зубы у нас свет. Блюзвайба, хилим лоха Блюзвайба, дайте. Забирай. Дал свою кровь. Адов забирай, Мейбелин. Ну. А, хорошо, ребят, на Shadow Clean же главное дайте этот щиток, чтобы он не умер. Это висит. Хорошо. У кого есть сейвы свои, нажимайте Латралова, нажимай Массакру. Shadow Clean, нажми фейт. Что это такое? Гейм? Господи, агрос кинь. Уход с Массакру. Там еще 13%, что? Ваш инглиш, я не понимаю. Мейбелин Массакру. Там кар. Да, кар. 400 к Мейбелин. Что, сейвы? Мейбелин сколько дошив? Есть шивы. Забирай и подшивай сразу. 2-1 забираю. Шивы на тебе норми. А не как мы этот не тохнет. Красавчик, не? Если бы этот только не фиданул у нас. Мейбелин. Я улетел. Да не вот ты, Мейбелин фиданул. Ну так. Звездное плетение. Нехорошо, неплохо. Пойдет. А! Пояс упал. Пойдет. Пояс. Пойдет! Я видел мир. Че, возбудил стали? Пламенем дворцов. Ну, ждал его. Шишак встал, да, на пояс. Звука. Я был свидетелем того, как рождались и умирали в мгновение ока. И все. Вы боялись. Там с гильдии писали с гамбитов, говорят. Вот с этим, с ультраштурмом никогда не убьете этого Ангелона. Убили. Ура, все гильдии. Ультраштурм лучший. Это из той же гильдии писали? Говорили, да. Говорили, не бери его, мы сегодня в рейд хотим требоваться. Вам подходим, чего там забыли, ребят? Пренебрегать законами космоса и выходить победить. Бля, опять я на 18 месте в ДПС. Это все твои фласки виноваты. Нулевой или первый? Выжить и подамажить, чем умереть и вообще не подамажить. Ты же звезд добил, кстати, да? А плюс доля дается, кто РЛ передамажит, да? 95-е. 95-е, да. Фу. Ладно, это я шутка. А тебе говнорей не надо было вызывать. Ребята, они руинят, пиздец, миликом, все. Руку бьем. Геро. Надо танки. И по всех сов захватил, посмотри. Тупо шерсти танки. Захотел, блядь. Дай массакру кто-нибудь. Так, после смерти руки надо массакру потыкать. Ну это уход с тыкой. Ладно, я как самый полезный заливаю обломки. Серые обломки. Кто второй танк? Заберите. Ты можешь сам у себя долю вы... Чего могу? Долю сам у себя можешь выиграть? Он с нас еще одну спишет. Зачем мне? Да блин, чуваки, я... Короче, мне хватает. Я убью вам 350% грибу. Не беспокойтесь. Подели. За мою голду. Да, это до нордов далеко, конечно. 500% или сколько?
Ну и что там уже не ходить, что еще и занести надо, не знаю. Куда? Ну, типа, там, подходишь РЛу сразу по 10 тысяч, там, вот, еще и кассу там, как бы. Тоже что, РЛ, рейд взяли? Или что? Ну, да, да. У Бьерна самое напряжное, то, что он заставляет покупать вот, вот эту вот очень. Кого-кого заставляет покупать? Вещи. Я тоже заставляю покупать десятки вещей, не представляете. Сегодня пытался впарить урод Дорму на этом, на варе. Топовый этот. Он говорит, Донец, он говорит, Донец 150 дорого. Да вон, ходит у нас на Ирида. Этот, сверх, а что у меня с фреймом? Че он, че ты ему потом спарит? Забери. Забери. Наша зарядится. Я в замедлении. Иди, ребята, мы со... Алло, проснись. Да мы со спектром. Я, блядь, включил эту ебучую хрень свою. Какую хрень включил? Спект. Да, аспект, господи. Мы не могли двигаться. Ханта, зачем ты включаешь аспект вообще в этом месте? Чтобы быстрее бежать, сори. Плюс уши. Я не понимаю просто, а как... даже если быстрее. Так ты не двигаешься! Ты как будто тебя в задницу бьют. Я смотрю, что за херня, не могу двигаться. Да-да-да. Да-да, сори, ребят. Сейчас у нас Хантаман купит нам всех, не знаю. Где может впихнуть тебя? На ремонт, на ремонт. Идол воющего ветра. Тысячу. Кольчужные перчатки тебе. А Ханта нормально. Кстати, покушать сразу принес. Я тебе покушать принес. На этого? Да его не очень хочу. Ты меня травишь. Да, вот эти покушать принес. Прячемся за угол. Я будем этот. Иду. А рыбу можно? Че, может, завалим? Я дал рыбу этому, как его, ретрику, бля, заебал, дай людям пожрать. Что ты жалеешь? Так, рейд кулдаун. Че, дать еще раз? Сэвэйдить предлагают. Может, сэвэйдить? Да не, забей, не хочу. Она часто и вейдится после этого, сама просто пропадает. Так, и эта метка. Метка, че? Даешь зерк через эвейд, он в среду. Там и без зерга приятнее как-то ее бить. Там эти бопы можно там? Бопы? Ну, кинь Дралова боп на Леочку. Алходцы кинь боп на Эверлоке. Не. Да тебе не надо. Надо. Так, спасибо. У нас Брюс Вайп забирает. Подходит сюда, тарелку кидает и заходит обратно. На него надо будет кинуть зубы. И массакру он нажмет Хана Монтану. Так, а на Монтану надо кинуть в эту группу. Адов можно на пул на меня дать. 3, 2, приготовьтесь. 1. Пуляем? Пуляй, давай. Синяя, встаньте вплотную. Зубы. Заливаем. Гера есть, я вот ебаться решил. Лоха в Брифайбе. А, все дали. Блин,
Ребят, если я, кстати, да, я напоминал в тот раз, в том рейде и в этом рейде не помню, да, если я вижу клоунские спеки а-ля арканы на Хадире, а-ля арканы там на этом, на... Ой, забери босса, да, несколько. Такое, да. Ада, заберите. И встаньте перед боссом, что вы делаете? Вы за это бонусную долю не получите. То же самое касается ММ-хантов всяких. Из чатика десятки того. Говорю, из чатика того десяточка. Не понял, что там. Что, не читал? Отводи, отводи, отводи. Ай, забери. Вы что за... Это для утра. Конкурент на логе, да? Формула чар. Либо они тебя не любят. А ты любишь? Конечно. Любимый рейдер. Один из, ладно. Один из. Формула чар 150 голды. Да. Активируйте там все, пожалуйста, глазик. Верлок имеешь? Или это снова дело для Эрова? Тоже поздно. Так, нет, поздно. А на глазике не агрится, что ли, эти? Нет, это все просто активируешь и все. Все лужи. Стойте, я сменю символ. Мэбелин Танч. Я релогаюсь. Повис. Чат работает. Как активировать? Я на них потоптался. Не хотят. Не-не, ты проходишь нормально. Просто проезжаешь мимо. Как так? Я проехал по ним сегодня. Нужно остановиться на них. Нужно постоять несколько секунд. А, ну постой. О-о, пошло. Вообще тупо все активируешь и все. Бля, ну и че, вы уже дошли до туда. В смысле, я пошел? Ты же сказал поздно. Там, короче, символы сошло, здесь читерские, поэтому херню. Хреновый спидранер остался. Вообще, я на орде посмотрел, это заранее просто роги делают, на визе проходят. Стоять. Орда, этих можно пулить, он это... Социальный. Череп. Да, это хороший пол. Так стоят. Че, Мэйбрин, ты осилишь нажать таун, когда магит на вторую? Да, почему нет? Хорошо. Почему нет? Потому что фиданул, нажмешь массакру уходцы. Давай. Ты фиданул на этом, на алгавоне. Че, кара что ли? Нет, просто отдался боссу. А, ну. Не заколил на сейвы, не было нажато. Как обычно. У нас была еще, был еще это Hand of Sack от Хана Монтаны, свободный. И у всех холиков еще было. Бля, какой скам на зеленку? Я менял же 10 раз, блин, сейчас я поменяю. Ну, в файте оно не меняется. Вроде не было файта. Я не подбираю зеленку, если что. Нет, нет места. Я предлагаю зеленку отдать за 95+, просто. Да, это возраст? Потом после рейда бегать, а не собирать. Да-да, цветы там, вся херня вот эту поставляй. Так, а сейчас сами на себя ворлоки кидайте. Вов, респекайся, да. Царапкин, респекайся.
Пака, переспекайся. Дралова уходцы, они какие-то чё, сами. Самостоятельно. Единственное, что до укринши Пака, это помогайте диспарите. Оешно. 4 моба справа убивают все мильки, 4 моба слева убивают все кастеры. Две метки на кастерах стоят. Это ультрашторм, треугольник. И вторая метка это будет пусть и Елефани. Эти две метки не стоят вместе. Вы стоите в двух разных точках. И формируете два кемпа. Выносим грозу только в эти метки. Увижу, что кто-то не побежал, получим минус 10. Простояли, отдали баф на кого-нибудь там, не знаю, транка, получили еще минус 10 за фулл рейд голды. Это касается всех миликов. Постояли, в носу поковыряли. Не настакали костер, еще минус 10 получаете. Так, все, РЧ. Гладек, выпей банку. На атаку едем. Под первый костер все стоим. Геру будем давать сразу, как только костер появится. Куда вы бегаете, сова? Ребят, еще сзади мобы остались. Вы уже долбите мне. Робик, здесь чуть правее. Костер. Костер появился, Геру даем. Робик, ты шел. Куда? На Байроне туча, выйдите налево. Угу. Ебаная. Танк шмоти остался. Массакру нажмите. Лифани. Move in. Паттеры нажали, когда подходите вплотную. Убивайте из ловушек все. Соло, просто соло, блядь! Все быстрее, всех убили, но... А, у нас Волф иданул. Он на ровном месте. Ладно, идем. Хорошо. В прошлый день был лучик медик, бедненький. Чё говоришь? Никакого... А, вот, лут на миликах, кстати. Это, по-моему, плащ хороший, кстати, выдряной. Не-не, я говорю, типа, хоть один был лучик миликом, нет, отходил. Топ-1 на ретриков, топ-1 на рок, топ-1 на энхов. Вот это... Запули. Это на рок, да, вроде хороший. На рахаль влюк, вроде хороший плащ. На рок без один, да. Ханты вроде тоже хотят. Или нет, или они с десятки? Ханты, по-моему, десятки хотят. Это сфера. Так, Абгельц или Фуринюкин, кто из вас выйдет? Я могу. Кто я? Абгельц? Абгельц, да. Давай. Сейчас или на Фрее? После этого, ну ты можешь прямо сейчас во время босса с Римом побегать. Можешь во время Фрея, без разницы. Давай на Фрее.
Так, на этом боссе смерти от конусной молнии караются с голдой. Осуждаю. Идите за этим. Сами чуть тебя осуждать. Луну контролим, либо шипаем и заходим. Заходим, заходим. Луну или контролим. Чё? Я ем. А, ну поешь, сейчас мы еще законтролим. Да мы еще раз законтролим. Вы только так. Карты свои поменяйте. А я... Карты? Что за карты? Что там за карты? На трит-тринкеты. На гвинт. Гвинт. Зачем он меняет стринкеты? На... Мы с картами. Одна на хп, другая карта. Ну ладно. А не, слушай, на самом деле вы зачем под карту надеваете? Потому что с одной карты здесь нормально. То есть без тренинга. Нет, подожди, есть идея в том, что нормально, а есть там, что идея в том, что лучше, да. Лучше надевать full avoidance, потому что босс таунтится при любом косяке, любом перетрении. Ну, просто нажимаешь на нее кнопку, и моб босс возвращается на тебя. Все понимаешь, нормально, да? Всю жизнь танцевал с карты здесь. Да нет, причем. Значит, ты всю жизнь не понимаешь, как работает. Ну, в смысле, рейтинг. Я. Понимаю, когда можно, когда нельзя. Пройду. Так а зачем напрягаться другим из-за того, что ты... Так это не напрягается другим, но как бы это трейд. Логи крутишь, долю РЛ захотел. Какие логи? На печеньку два роги и Хана Монтана. Так, все кастеры пока встаньте по два человека кругом вокруг босса. Ну, сами распределитесь как-нибудь. Уже плюс-минус. Сюда два этих ДКшки. А сюда Транка и Ущита и Сори. А давай еще, наверное, сюда вставай, и тогда этот... Как его? Фанамонтана тоже сюда на печеньку вставай. У нас двигается только пати, вот, которая идет в печеньке. Если увижу, что кто-то двигается вот здесь, ДКшки, либо Роги будут двигаться куда-то, убегать, это ГБЛ. У вас все сейвы есть, чтобы спасти вас сами. То есть у ДКшек это есть зеленка и синька, урок это фейнт. Вы не умрете под этим, нажав эти стилы. Там, по-моему, если два подряд, оно не откатывается. У кого они откатываются? Ну, ДК, вроде там не откатывается. Хорошо, ты на первый не нажимаешь ничего, не умрешь от первого. Потом ты нажимаешь зеленку. Да не, на первые три вообще никогда ничего не жму. Ну, на первые три... Ну, как бы смотри, да, но если ты умираешь от этого, да, это твоя проблема. Так. Стали все? Что-то я не вижу, где... Пока тут стоит, тут почему-то 4 человека. Ребят, я сказал, встаньте по трое. Ой, по трое, по двое. Сюда встань, тут стоит. Лекси, встань сюда. Печеньку. Кто еще? Так там тоже трое. Где, вот тут? Да. А, я, блин, я гнома не увидел, сорян. Что-то он там в ногах запутался. Так. Ну, куда-нибудь третий давай. Ладно, куда там ты ешь, третий встань. Так. Тут Волф и Shadow Cringe. Вроде все окей. Хорошо, я встану тогда. Вы тут будете стоять, Инс? Да. Вам норм тут? Так, я похилу. Да. Царапкин. Царапкин. Самое блатное место. А, Царапкин тут. Царапкин, ты в аспект не сдай, поешь. Я встал. С этими с двумя. А, Хант и Рефанин. Как спекнешь, скажешь. Наверх бежит третья, четвертая группа вместе с этим, с Блюзвайбом, вместе с Пакотой, вместе с Драловым. Остальные все внизу, оставайтесь. А Хантаман тоже можешь наверх убежать. Готов? Ба, отпускайте. Будем пулять. Я знаю. Окей. Незваные гости! Вы заплатите за то, что посмели вмешаться! Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Подумайте, не подходите. Что это? Где я? Тори, мой повелитель!
Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить Бежал. Тебя? Их нужно... Налево, да? Да, да, налево. Аккуратно танка достанет. Аккуратно, ребят. Направо, направо. Вы не знаете, куда бежать. М? Кто там сзади кастует? Четыре. Да, откуда вы знаете, сами. Куда бежать? Что? Еще серьезно? Я роплю просто, зачем это? Мне хочу ничего показать, что это не вырвал. Я тут видел, знаешь, Фоджи, вашка для ротации на войне. Так, есть такая, да. Там, а там за углом убежал просто. Да, дай мне его что-нибудь, типа... Я кинул уже. Бьёте кастер, ребят. Агри, оба. Всё, всё. Нахилился. Блин, ну ребята... Ну кикните хоть. Просто побежал демон вперед, видишь, и мы полезли все вместе. Зачем-то. Чем мелкий там бог выдал. Это мана открыта. Я он хилит. Моб там под фус. На яре он, да. Жестко. Ждем всех? Да. Тут. Так, вот, бежали, бежали, бежали. Обежали. Первый таунт у нас будет свайп. Зря оставил тут этого моба в оверлоке. Если он там сверху и останется. Ошибка. Или нет? Да, у тебя ад остался сверху. Без... Два стака там у них. Да, мне надо отойти в конец какой-то. Хантаман, вернись. Давай. Мейбелин, Мейбелин. Правильная защита он. Правильно, значит, это фейлет. Жестко. Стоит еще раз. Массакру Хана Монтана. Массакру плюс вайп. Бля, это хейт какой-то. Массакру Драллова. Мы, блин, там третуешь, не? Да ты отпусти кнопки просто. Уходцы массакру. Забираем. Дальше вы на ШВ будете держаться после массакра Мейблин. Мейблин массакр. Дальше, когда забираешь, вот, нажимаешь ШВ. Есть капля Мейблин? Ну ладно. Мейблин танчит. Бризбай ПБР. Мейблин, нажимаешь ШВ. ШВ, ШВ, Мейблин. Мейблин ШВ, ШВ, ШВ. Там пока сальпа. ШВ, 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 ШВ. Не спорь со мной, пожалуйста, что за дичь, а? Я говорю, ШВ нажимаешь, значит, нажимаешь ШВ. А не ждешь, пока там Сайверс пойдет или еще что-то. Хорошо? Да. Спасибо. Это я не назвал ШВ, там 2 секунды простоял. Пока нет, разговаривал. Ты понятно, я никто тоже не понял, почему. Я говорю, вы все... Я достоял до конца. Я называю все кулдауны, которые я надо юзать всему рейду. То, что ты там придумал себе в башке, не знаю, ну, зачем, да? Это твои проблемы. Если я говорю нажать ШВ, значит ты нажимаешь ШВ, не споришь там. Ходжик, у тебя ССКД? СС у меня готовый. Ор болит. На всякий, вдруг обосрусь. Да.
введение удара. Чарка. Таймеры, кстати, не сдыхают еще? Нет, там еще час. Этот, формула оружия отведения удара кому-нибудь надо? Видимо, не надо. Так, сейчас поставлю. Тут не в этом хиле. Да и на Мироне тоже в хиле. Так. А в гельц. Это скип и трэш идет? Да, в гельц идет. Сейчас я добегу до него. Я рядом с тобой. А, он тут. Арбалет поставить? Ну окей. Бис арбалет на антов, на рок. На фуриков тоже неплохо. Если нет, ничего получше. Что, на него пострелять по Фрейе можно? Гоу пока. Да, да, бьем, бьем обов. У меня забери, я ем, я ем. Луну кикает плеч, ромбик кикает фуринюкин. Блять, не поставил ромбик, ромбик поставил. Справа пак подходит как раз. Выбирайте его тоже. Справа, справа пак. Тут стоим, ждем. Справа, справа дерево, напоминаю. Испульте его. Арбалет дешево. Так, дальше. Ну, уже скоро наши змеики покупают, наверное, да? Не знаю, если я Навара не купил и не пролил. Тихо. Фрея не запульте, Фрея не запульте, не запульте. Так, у нас две совы. Магов есть, откидывание, не откидывание, а фаернова дезориентирующая. Нажми массакру там. Массакру на паку так бегут. Постоять в смысле? Массакру уходца нажми. Близвайба хилим. Что? Ты имеешь в виду Бластвейв? Бластвейв и Драгон Бриз. Есть. Есть. Драгон Бриз, он дезориентир кидает сейчас? Да. Просто из магов нет. Клифф убрать на откидывание или... Нет. Короче, откидывать или нет? Да, мы будем откидывать. То есть мне убрать глиф. Мы по корогу ждем, гол еще не так. Только тебе надо еще поверить. Я уже еду на тачанке. А, окей. Мобов тогда убиваем. Череп. Инспу не надо откидывать. Ты там еле будешь идти до своего. Ой, там пак запулился. Визуайп, забирай пак, а череп забирай Мэйблин. Дракона отвернуть, нажми Мэйблин массак. Штопните урон, пока не долбите. Дайте мобов закрыть. Стоп-рон. Энто возьми там. Угу. Он взял уже. Все, убиваем. Череп на череп убиваем. На энтов косты кикайте. Да, вижу стик на косты. Бета. Хватит стоять под лицом. Чё, куда вы? Чё ты зачем вводите? Куда водишь его? Это же наш был этот. Это наш. Наша тучка была. Так, ладно. Брейк минуту. У вас есть. Может, это дикому надо. Есть ком мамонт с ремонтом?
с ремонтом. Поставьте ремонт, поставьте этот, рыбку. Вот стоит рембу. А вон, поковыряйтесь в этом лодыке. Шкаф. Ладно. Шкаф, шкаф, ребят. Поставьте шкаф, рог за самой. Все АФК ушли, походу. Да, обновлять пока баф, все равно ждем. Рагуя. Там было вейт уже, босса, нет? Да, а, да. Я вейден. Отпустил видео. Так, а что ты там? Там портал же есть. Иди, портал есть, портал. А, ну ладно. Я бегу. Смотрит, если. Я активировал уже. А, не, блюзвайк куда-то не туда бежит. Так. По десакам. Сейчас. Первый десак. Да кому забивать косты? Первый десак нажимает Blue Swipe, второй Дралова, третий Лходца, четвертый Мэйбелин, пятый Ханамонтана. Слышали? Blue Swipe, Дралова, Лходца, Мэйбелин, Ханамонтана. Blue Swipe, Дралова, Лходца, Мэйбелин, Ханамонтана. Так. По кикам. Фринюкем, Флетч сбивает. Нет, не Фринюкем. Авгельц, Флетч сбиваете на Грозовом. Петрощурк и Транка сбиваете на... Водяном. Фринюкем тоннелишь и напуливаешь на Блюзвайпа. Блюзвайп, ты кайтишь большого ада. Мэйбелин танчишь босса. Босса держишь в центре, вот где... А хотя нет, можно там ее держать. На самом деле, мы мобов убили, поэтому вести ее сюда не надо будет. Мы сами туда сбежим. По мелким адам. Как только мы откинули первых адов, вот, сбежались, залили их, 30% оставили, откинули, сразу вызывают у нас армию Флетч на первых адов. На вторых то же самое делает Петрощук. Петрощук и Флетч, услышали? Вы вызываете армию, как только мобов откинули. Чтобы когда они нас прибегут, они побежали нам на вашу армию. Хорошо? Так, по большому дереву и всем адам. Их все танчат у нас плюс вайп. Пожалуйста, Флюнюким, ты должен замедлять большого фотоплета. И не... Фейлить. Так, я дам на бюзвайба, наверное, СС сейчас. Угу. А, мне еще 6 минут. Ладно, я... А у тебя есть северлоки, СС? Дай СС на бюзвайба. Надеюсь, конечно, там ребята постопают его, ДКшки постопают большого. За время стана ты там 3 наберешь? Да. Угу. Аура мастере первый подзрыв сдан. Не подзрыв, когда они только нас будут бежать. Это может задержка, да, руну подышится. Ну, огненную ауру имеешь в виду, да? Да. На огонь, да. Ты нажимаешь ее только под, когда они уже их откинули и на нас бегут. Ребят, когда мы стакаемся под
большую армию этих цветов. Следите, что на вас могут появиться лучи. Надо будет сразу отойти, откинуть и отойти назад. Так, арчей будет пулить. Тран как маншаут. Три. Лифани, два. Один. Поехали. Чё-то тотем он на натуре здесь не увидел. Дайте мне силы. Угу. Вижу теперь. Большое дерево. Нужна помощь. Дерево где-то растет. А, Лифани. Это зря глыбу, конечно, так потратил. Ладно. Первый. Не нажали, что ли? Безвайп нажимает. А, блядь. Почему? Хорошо, все еще безвайп нажимает. Все еще он будет первый, будет взрыв. Безвайп будет нажимать, все еще. Вот ты отводишь шею. Пусть стоит на месте. Куда ты ее отводишь? Дети мои! Через хватоплёта играйте. Безвайп не слышит, видимо. Безвайп, следующий прокол ты не будешь... этот. Я буду голосовать. А, я что-то уснул, простите, ребята. Все еще призвайп нужно нажимать. Да, я понял. Добиваем. Хорошо. Давай, если у тебя есть. И бафните сразу его. И стакайте все фрея. Бежим ко входу. Готовились. На нас сейчас могут появиться лучи. Готовились. Три, два, один. Откидываем. Армию. Массакру, нажми Дралова. Драл, нажми массакру. Уходца, ты на следующий нажимаешь массакру. Помогите убить, да? Холик, ты дашь? Чего дашь? А, да, я не заметил, он дал. Так, я next нажимаю, правильно? Тот Софи сдал. Да, мой следующий. По центру поставь опекуна, там гриб есть. В центре. Ребят, вы чё в лучах стоите? Лучи, я уже. Бьёт, кастует, а? Да. Убьем, нажимаем Эбби. Угу, молодец. Дарионара убиваем. Дерево слепитесь. Дерево справа. Дерево убейте. Ребят, дерево быстрее, оно вырастет. Хорошо. Надо берните вагона. Да, сразу на ХП крикните. Так эти вместе. Так. На ХП крикните, ставинки в баф. 3, 2, 1. Откидывайте. Адов, вызывайте. Ханамонтан, нажми масса. Молодец. Стопните урон. Не добивайте людей. Пакоту, Берни, Леочка, Манитри, Берни, Ультрашторму. Дерево за боссом. О, да, вижу, молодец, как что сказал. Ебал. Плюс вайп, ты следующий нажимаешь. Можно и на Рахходзе. Лёша, кинь. Варс, бей. Я уже кинул пак. Отходим. Там стоит, блядь. Ну, ребят, вы чё, не видите, где этот? Нажимай, свайп. Я нажал. Успел. Уровень. Было близко. Не знаю. А чё, у тебя не стоит в фокусе, что ли, Фрая? Я следующий. Да, у меня все вашки сбились, как перестановил Волк. Следующий сдам я. Дралова следующий сдаст, даёт. Дерево растёт. А? Все, это ставим около этого, около воды. Около воды поставь ее. Лифани Б. А, у нас нет БР. Ох,
ход следующий. Переводи. Не надо там оставаться стрелять с той стороны. Лучи под нами, отойдите. Аккуратненько. Дар. Угу. Дали дерево. Переводи. Я его скинул. Да-да, отходите, отходите. Тут, походу, нельзя бэрить, когда маленькие говнюки и куча. Потому что они сразу все на меня кинулись, все потычки сдали. А кто у нас этот недалекий с лохимией? Признавайтесь. Кто в рейде такие? Давайте плюсы. Я знаю, что тут кто-то есть. Да, он уже кинул. Давай, вон, давай. Я то же самое, что и Чантинг, если а что. Вы... Такие же недалекие с Чантингом. А, у Экси один. Одна. И... Че, портуйтесь, чего вы туда пошли? Воображение. Кристальчики сейчас будут из шмоток, если мы не убьем за пару пулов пожарника. Первые сейвы на вторую фазу нажимают у нас. Так, Мэйбелин, ты на второй фазе собираешь мелочь всю. Брюс Вайп, кайтит этот, адов. Хорошо? Да. Мэйбелин, ты собираешь также там этот бомбон. Да, понял. Я не думаю, что от тебя в ретрике будет толк какой-то. Ты лучше по ассисте, покидай боб там, по таунте голову, кстати говоря, тоже. Да, голову у нас будет танчить еще оверлоки, но потанчить там где. Сакра у вас очень много, можете не стесняться нажимать. На второй фазе все первые сейвы нажимают Дралова, вторые Лохотзе, потом нажимает Ханна Монтана, потом Мэйбелин, а потом только Блюзвайп. Блюзвайп катит огонь. Взяли камешки? СС раскидываем тоже. Я кину СС на пакоту. Шмот не сдулся там, да? М? Мод не сдулся? Ну, сдуется, если мы сейчас не убьем запахом. Так, нет. Так, арча. Хороший ДПС, дайте в первую фазу. Пакет-то фуховичный. Где, на первой фазе кто танчит? Ты. На первой фазе ты. Да ты везде танчишь. Ты катишь роботов. Пожалуйста, ребят, роботов больших напуливайте на... Надо ковы в роботов давать. На... Да. Да, конечно, конечно. Он шоты... Этот. ДКшки оба кидают. Ваш урон не важен. Важно, чтобы танк выжил. На второй фазе. На атаку пули. Отсчет времени до самоуничтожения начал. Самоуничтожение области через 10 минут. Разве вы не видели табличку? Не нажимайте эту кнопку. Ну как мы сумеем завершить испытание при включенном механизме самолетания? При этом встаньте, пожалуйста, не умирайте от этого. Смерти от мин. Там, Волф, отойди от меня назад. Так, на первую плазму зуба. Дралова. А, молодец. Зубы. Не стакайтесь вместе. Зачем вы меня забегаете? Чего зачем? Все нормально сейчас было. Все, от центра все отошли. Идем босса.
центре никто не должен стоять. Там фантоман, глодок, спалет. Отходим от босса. На печеньку стакаемся. По центру бежать не надо. Я зацепил краешком совсем. Ну как? Ну тут место было просто пиздец, по-моему. Ну как ты это делаешь? Не увидел. Ну как не увидел? Ну серьезно, не увидел. Подожди, зачем вообще что-то смотреть, если вокруг босса это видно? Ты что, не знаешь, что босс раскидывает мины или что? Да знаю, просто мины вот видел. Я охреневаю просто иногда. Таких вот смертей, когда все ок, да, идет чел просто и руинит. Будет еще один взрыв, я что-то проебал пока. Да. А, все же, выходим. Маги, нажимайте Fire Shield уже прям сейчас можно нажимать, чтобы он дальше со временем. Там не надо стоять, тут там сзади стоит Дралова, там не нужно стоять. Там еще стоит. Геру? Конечно. Нажимайте сейвы. А, Дралова нажал. Хорошо, теперь нажимает у нас кто? Находится. Ребят, вы сейчас на этой. Угу. Второй сейв входца. Нормально, на таргет мусак. На Монтану нажимай. Нажимай, Мейбелин. Нажимаю и это без вайпа. Зайти тебе надо куда-нибудь. Все хорошо. Отхилили. Такнулись. Так, мы поведем налево. Ну не сдохните только сейчас в огне, как аутисты. Пожалуйста. Фаза закончилась, не надо подыхать. Будем двигаться налево. Мелких адов заливать не нужно. Налево будем двигаться. Камни поставите? А? Да. Спасибо. Голову танчить будет. Верлоки. Да без разницы, там его там ее таунтить будет постоянно Мейбелин должен. Может ему все равно тут делать нечего. Взяли вот так. С огонь. Так хоть полезный будет. Кап огня у нас. Так, сигнальные сейчас убегут, Саринс пропадет. Я дам стан первым. Робот появился. Валили в них. Бомбот в рейде, ну ты чё, Мейбелин, алё! Я для чего тебя взял? Бля, сейчас снова взорвётся в рейде. Мейбелин, бомбот оставится прямо под боссом. Прямо под башкой. Он не соображает, Эдимя, чё происходит. Пиздец. А чё не посадили голову? Кто подобрался? Идите сразу, большой появился. Стан, попробуй, дайте стан. Оковы. Любой попал. Накину. Я протрю хаджром потом. Протрю. Стан дайте. Меня... Да, Берни, только не в огонь. Тебя бомбот убил. А, ну это Мейбелин, да, тупит у нас снова стоит. Мейбелин, каждая смерть это минус 10. От бомбота. Я именно вот этого бомбота на пульте взял... штурмового, ребята, на пульте штурмового. Ладно. Да Катя, я сейчас такого в него кидаю. Стан, на штурмового, быстрее, стан. Это последний, больше не будет. Сбейте ему каст. Бомбота в окола держу, взорвите его. Стан есть, хули пала? Подожди, а чем у нас занят второй танк? Мейбелин, ты чем занят? Катя, окола буду кидать пока, да. На печеньку встаем. На печеньку. Пока не надо убивать адов. Массакру первый нажимает брюзвайп, как он появляется. Потом драла, а потом уходцы, потом Мейбелин. Рахлобота добить можно, конечно. Секунд, огонь. Мы направо будем двигаться. Чем будет? На печеньку встаньте. У нас кап? Нет, не кап. Затаунти. Массакру нажми, без вайп, я ж тебя попросил. Там бомба, видишь бомбу? В центре. Да, она да. В центре, мы туда его поведем, если что, потом.
Не подводи к стене, мы не сможем зайти за спину. Я не подвожу, я обхожу огонь вот здесь, успокоюсь. Дралова, Сакру. Бэр, Лекси, Лхотца, Сакру. Хорошо, так, хорошо у нас вроде бы. Нам надо по телу сыграть, ребят. Кастера, по телу сыграйте. Да, да, по телу, кастер. Иду обратно. Кастер, по телу. Мэйбелин, массак. Так, по низу теперь. По низу и по телу, блин. Тело больше всего. По телу. Все кастеры по телу. Свечитесь. Ханамонтана, Сакру. Так, все, у нас сейчас будет этот, там бомба где-то, не вижу. Ну, по голове, по низу. Блин, зачем по телу-то играете? По голове быстро сыграйте и по низу добейте. Да, добивайте. Низ, молодцы. Так, а чё поумирали люди? Мина. Бомбот. Я не знаю, Мэйбелин. Вот мы тут в одного танка делаем, да, а ты в два танка не можешь делать работу, которая назначена на другого танка. Не знаю, как с тобой разговаривать. Я тоже его в одного танка побивал, и все. Да, а сейчас ты не справился. Ну, подожди, а почему тогда ты этот сейчас не справился, бомбот? Когда ты умер, он бежал в мою сторону. Так, может, и взорвался от меня, подожди, когда я в сторонке. Подожди, может, он в мою сторону бежал, а не в твою? Ну, так я выбрал сторону, где меньше всего людей было. Подожди, ты понимаешь, что он, ну, взрывает того, на ком он агро? Значит, на мне было агро, значит, ты его не заставил. Ну, открой лог, посмотри. Так что открой лог? Меня он убил, блин, что мне смотреть? Он же шуешкой взрывается. Вот именно. Ну, ты и типа рядом был. В смысле, так он... Какой рядом? Я стоял в рейде. Его сразу под башкой просто, да, ну, я в общем, типа... Я говорю, отходишь в сторону, да. Бомбот на уешке взрывается. Значит, он где-то рядом хотел тусовался. Мораль в том, что он... Погоди, смерть. У меня критический эффект вообще бомбот. Нет, меня не бомбот убил, это что? Ну вот, пожалуйста. Бомбот с руки ударил 25к. Это что вообще? А он с руки? Он с руки бить умеет? Не рук, нет. Сигналка, может, какая-то хз. Головы тебя вырубил, подошел. Сигналки не бьют. Ничем. Пуляем. Ну, бомбот тоже не бьет, но что-то тебя убило. А, так бомбот. Ну, убил. У меня портал не активен, можете за самоним подать? Нет, не можем. Ну, басов не самоним, иди сам. Тус не активирует. Стивен, тыкаешь, а он ничего не... Я заперли в этот... Иди, поучись таунтить этих бомботов. Он бегает вокруг, вот их по таунте побегает. Круги нарезают вокруг этого, вокруг Мимирона. Шмотки не сгорят? Да, там, типа, по-моему, с Игнисом, мне кажется, уже. Там еще или Фефан был вроде. Сигнисы пропали, теперь Нека моя. А там же сердце было же. Она плохая на варлока, я слышал. Да. У меня собрание. Ну, с одного босса нормально. 252. Подожди, а XT. Че? XT шмотки. С XT. Так. С XT мне что тут надо? XT. Шкаф. А что тебе там перчатки тебе кольчужные нужны, да? Короче, ладно, давайте ролить, на самом деле. Этот, блядь, шея с Левиафаном на хилу. Нажимай крылья, заходим. Так, я один танк. Ну, я просто, при Самонте Мэйбелин. Да не пофиг, просто Мэйбелин. Нажимай крылья, заходим, Геру даем. А чего он орёт у него? На Массакру нажми этот Ханамонтан. Че, никому не нужна Нека на хилу? Вы что, дрочите? Да, уешу. Из армы киньте по убийцам. Из-за этого хотели? Из-за этой... Лошара.
чисто верим, крикников сбрила. Верните вагона. Я что-то подошел по АОЕ, думал, а так потом понял, что я не ФФБ даже вообще. Кожаное запястье на рык. На фералов, на кого, на ретриков. Если я логи не сделаю, 95-е, блин, это на твоей. Это что, убиваем тут товарища или что это такое? Быстрее убить. Он без шмана, ему не повезло. Рубит его, шок небес, вот это вот, да. Он же хуман вообще-то. У нас в гильдии вчера выяснилось, что у большинства хуманов это билка с побоки не уходила оттуда. Понял. Типичные ПВ-шеры. Да мы его так долго убивали, что и спелбуку можно было нажать. Запаниковал человек, что ты. Да. Так, да я в телефоне вообще сижу, я нажимаю кнопки. А, ну это АФК на трэше, значит, ну понятно, ну так и запишу. Не, как это АФК на трэше? Я наизусть знаю, какие минус 10. Наизусть знаешь, как подыхать на трэше. Кольцо на танков. С первого босса. Ну не будет вроде. 200 голды. Забирайте свой хлам. Шея с первого босса. Шкаф поставишь, не? Шкаф поставишь? Да. Тихо, остановись. А что ты хочешь? Забрать какой-то хлам. Кого? Наручники дурацкие. Направо прыгаем. Зачем ты купленный мной? Так. У тебя же бесуэшек отлетишь. Трэш, я хуй знает на что-нибудь. Да не надо тебе это забей. Не надо? Подожди, а у тебя какая сейчас нет? У меня собрание есть, 252. Так она бисвол. Байтер. Типа... Мне показывает, что без 2. Ну типа у тебя сколько хита? У тебя просто хита процентов 18. Ну типа это когда имеется в виду... 18, у меня 11 хита, ты чё, урод? Чё? Урод. Ну, значит, получше оденешься. Да, типа он терпер число, и ты ему щит нужен будет. Потому что терпер число галлона по факту одевать будешь. Кожаный наручник. Я перчатки с галлона, там миллионеры за 50 кап забирают. Так, в смысле, за 30 в прошлый раз. Я сейчас пояс с галлона возьму. Да ладно. Ультрашторм 19. Ну, торгуйте так, гоу, блин. С один танк. И что, ты в одного танка не танчил? Или что? Что случилось? Чего ты докопался за меня? Конечно, танчил, просто хочу Мейбелем позвать. Что ты один танк? Что за хуйня? Не просто, а что Мейбелем там стоит, ждет, как дурачок? Я не знаю, но он получит там минус 50 за рейд. Пусть стоит. Так он не может выйти отсюда. Я не знаю, пусть чинится. Заперли этот. В смысле, я перед ним вышел прямо, лох. Я войду под поле. Не надо сейчас, бля, ладно, похуй. Стрека. Чё? Ребята, хилы, у кого-то воду работает без лагов? Еще раз ставлю на эко поставить. Вот. Чё, а это дворф? Да, этого можно реку зарезать. Нажал, смотри. Чё, реку нажал? Да. Чёк. Дайте десак, а он есть. Что поделать, Мейбель? Не знаю, что тебе сказать. Это Габелла. Хорошо издеваться над Мейбелем, ты сама не себя просто. В смысле? Он говорит, что у него проблемы какие-то с НР.
какие-то еще какие-то проблемы. Так, ладно. Дальше забирайте этот весь хлам ваш. Так он тут еще у Симони. Трокрылой. Латные плечи на. О, забирайте, забирайте, ребят. Трейдите. Без вайп, глодок, мейбери. Трейдите мне. Я уже забрал то, что забрал. Где? А глодок. На встане не могу забрать, мба. Дальше. Ну, десак нажмите кто-нибудь. Там крутится мобец. Вы чё? Меняйтесь. Кольцо с Хадира. А, блядь, какой Хадир? Ладно. Кольцо с Хадира на кастера. На Монтана тебе чё? Тебе чё надо? А, плечо. Кольцо с Хадира на кастеров. Я такое за 8к брал. Пока Слаголон не взял за 20. Ты его что, выкинул потом? А? Выкинул что ли потом? Да не, валяется. Ну, мне когда хита не будет хватать, я его. Так, ультрашторм за 4. Я не знаю, либо ты, либо Вольф. Ну, можете в хиле остаться, без разницы, там урона хватит. Давайте я в хиле, только меня к танкам хватит, пинь. Кто я? Волф, Волф. Хорошо. Кинул. У нас один хитан, этот Брюс Вайп, он двоих протачит. Так, давайте немножко лута. Что тут еще осталось? Сердце, бесяра на всех танков, и кто хочет танчить десятки, забирайте. Лучше пока что нету. На Монтана бери, бетринку. Чем будешь танчить? В десятках. Бля. Мои глаза кровью сейчас обливаются. Сердце тоже. Почему в этих рейдах у нас 2к уходит? Да жесть. А где я хожу, оно нам по 20. Мэйбрин, ты будешь забирать шмотки? Алло? Да я не могу ничего сделать. Чат вижу, торги вижу, а игра висит. Ну, прыгает все из-за пинга. Вы на месте. Вы на месте. Не нажимай ничего. Не жму. Ребята, если вы лагаете, еще не скачали VPN. Да и с интернетом все ок у меня. И вы же меня в Дискорде слышите как-то? Дальше релот нажми. Да не помогает это, я уже несколько раз перезашел. VPN нужен. Так, посох с Игнисом. Я не могу тебя трекинуть, я почему-то пишешь, что... Не знаю. А я тебе не могу кинуть трейд. Давай я релот нажму. Посох с Игнисом никому не надо? Тоже релот нажми. Ладно. Скажите, кто поставил, я релоуднусь. Или никто не поставил? Никто. Мы, блин, 10к поставим. Вы предложили обмен, Мэйблин. Блин, какой ты проблемный, а? Что? Что? Да не бегай ты по рейду, а. Стой на месте, дайте кольцо, отдам и стой дальше, а пока. Перестань. Так, дальше. Сапоги никому не нужны, да? Сапоги на танка. Блять.
Сапоги на танка. А чё тебя до сих пор не кинул трейд? Нельзя кинуть трейд. Чего еще раз? Ты что? Все, уже ничего. Ну, принял. Сапоги 150. Ой, блин, твое кольцо сгорит. Давай Брюс Вайб заберет его за просто за 200 голды. Да пусть забирает. На, забирай за 200. Брюс Вайб! Тенген, алло, еще один аутист. Я воды наливал, да. Че, будешь должен, Мейблин Брюс Вайб. Я да. Заплатил. Флетч 150 за сапоги. Ладно, мы ждать не будем его. Релогнись из игры и не мешай нам. Там сова сделала, вроде чего рейд пришла. Все, арчей будем пулить. А, кто у нас в чантере есть? А, пока ты получай. Я вот вышел с игры, меня выбрал. Все, этот помолчи. Да. Третья группа слева, четвертая группа справа. Косты. Первый каз сбивает Транка. Петрощук. А, второе. Вторые косты все сбивают Флеч, Фуренюки, Мав, Гельц. Услышали? Да. Третья группа слева, четвертая группа справа. Тачит один, Блюз Вайб. Оба ада. Не продолбайтесь, пожалуйста. РЧ будем пулить. Ребята, если у него не собьется сейчас каст, все... еще раз говорю, если у него не собьется каст этим щитом, то его нужно будет на пулу. Но вообще не так нужно будет. Наша смерть возвестит новую эру страданий. Элифаня почему-то не там стоит. Элифаня, почему ты там стоишь? Вайп, скликни себе Sacred Shield мой. Чё скликнуть? Sacred Shield. Это какой щит? Ну, пауски. Чего там по сейвам? Забрались сами? Давай я первый сдам, после какого стака вы... Лода конвист нажимаешь. У вас шаттеры от кдшится, если вы нажмете сейчас, и потом в большом 3 минуты ждать надо все равно. После 10-го я начну, короче, чейнить. Чего делать? Массовые сдавать после 10 стака начну я первый. А, 10 стака. Понял. За дебаф. Сейчас зубы дайте. Монет и инс покупать. Ребят, маги, вы глыбы скидываете на второй фазе эту метку себя. Не на первой.
Стоп ДПС, стоп ДПС, стоп ДПС, стоп ДПС, стоп ДПС. Стопайте все ДПС. Да, я что-то засмотрелся, сорян. Ой, это я к тебе бежал тоже никуда. Там он. Так, чуваки, давайте пока что ли этот камешки поставим. Как вам такое? Что-то у меня вражка сейчас вторая кикает, да, правильно? Что-то, блядь, она криво работает. Что криво-то? Скажите, какая группа сейчас кикает? Сейчас второй. Сейчас, сейчас первый будет. Спасибо. Да, не забывайте, что вы кикаете также на второй фазе. Кто не знает, тот не был. Аккуратно с тритом. Милики, приоритет кики. Не дамаг. Дамаг ваш не важен. Сейчас нужно, что там, по сейвам, да, что-то нужно? Так, гипную сокру дали уже, да, на тебя? Не-не, он сбил баф. Я бы спал. Достают все? Надо ближе встать. Вот, чуть подальше. Да, мы достаем. Отходим. Ебать. Я же подвинул это. Не-не, все нормально. Голодок, съешь камень. Отходим, ребята. Таман, ты чё вагонишь? Продлевайте мой сейвы кто-нибудь там. Магия, там... Удершиза. Скажи, когда... Да прям сейчас можно. Ребята... А на Монтана тоже нажми, если есть, а нет. Можно сарву? Можно шторм? Я уже давал. Да, добивай просто босса. Ладно, пофиг, я иду уже. Добавлю до того. Давай. Вы смеетесь надо мной. Вы чё помираете от механик? Выйдите от босса, пока то выйди. Ой-ой-ой. Опа! Бать, кастер лут сегодня насыпало, конечно, пиздец. Так, манускрипт со острокрылой. Алексей, где лежит? Не могу найти что-то. Не надо. Там же дед. Добежишь? Ага. Угу. Ну, плюс ноль делаем. Блять, это мы, наверное, могли и правда плюс ноль сделать. Ладно, ну, почему? Я поговорил с ним. А чё могли, мы ж не... А? Да я поговорил с ним, когда сказали. Я что-то не подумал, что у нас правда времени много было. Могли у нас танк второй толгал вообще. Да, он не нужен. А второй танк не нужен нам. Так, манускрипт нужен кому-нибудь? Без вайп, забирай. Дальше... Что-то сейчас острокрылый было. Сейчас посмотрим. Так у меня есть просто на калагарный типа и так далее. У меня есть ФЛПшник. Ладно, давайте тогда с этого сексти поставлю еще шмотки. Потом уже все остальное. Шмот с эксти сейчас будет. Что у нас там? Тапки тканевые. Запоминайте сразу. Первый раз. Мэй, блин, что у тебя? Ты все? Ты не будешь там руинить? Говорю сразу. Если там заруинишь босса, и мы вайпнемся, да, я тебя сниму еще больше головы. Не, лучше я офлайн выйду. Чего? Лучше офлайн выйду.
Так. Дальше. Тотем с разрушителем. Тотем. Сексти. Тотем сексти. Никому не нужен. Тотем сексти, алло. Ну, похвали его хотя бы. Я хуй знает, для кого это. Выбросила лава, наверное, для Эрима. Я не знаю, что, заебись? Заебись, не знаю. Кольцо... Не, у него больше лучше. Бис на анхоликов и прибис на фростов. Кольцо сексти. Так, смотрим на Петрощука. У него его нет. Угу. Так, а что, меткость мастера у меня кольцо? Нет, этот бил лучше явно. Где мастера? Ну ладно. И перчатки бисовые на хантов, на ретриков, на армсов, на кого-то, еще на анхоликов прибис. Забирайте. Рче. Вниз заходят. Первая группа это Транко Петрощук, Анна Монтана. О, так, еще вместе с ним пойдет, допустим, туда Манитри. Да. Первая группа Манитри и давай сюда Глодока отправим. Вот так вот. Первая группа по левой стороне заходит и с левой стороны чистят. Вторая группа по правой стороне заходит, на правой стороне чистят внутри. Все остальные сверху. Так, Царапкин спекнулся в этого. А, да, спекайся. Закинь хилам, Вова. Бля, да зачем? Ладно, нахер. Маман резкое место. Давай спекайся в сову быстрее. У кого еще? Еще 10 спеков есть или что? Че, спекайся, спекайся, да. Да, Инер себя. 3, 2, 1, заходим. Активировать, нет? Да, да, две можно активировать. Только через 5 секунд там. Свайп. Одну сделал, и через 5 секунд вторую. Можно вторую. Давай вторую. Молодец. Печенька, ориентир, где можно влазить. Кто чейнит проми, тех, что зачейнили, получает по минус 10. За каждый чейн. Куда убежал там? Вов, куда убежал? Вижу. Нажмешь массакр на первого. Потом череп бьем. Нажмешь этот Ханна Монтана на второго лада. Череп бьем без АУЕ. Ребят, не надо одновременно их убивать. Стоп ДПС по-другому. Ханна Монтана, нажимай. Подлю. Транка минус 10. Подлю. Следующий Дралова нажимает. О, щит Айсори минус 10. Транка с этого диспельта. Только не диспельте в точке ДК. Бля, это... Петрощук минус 10. Тут какие-то фиры, блин. Ну, не знаю. Череп бей. Так, а чё Петрощук? Я бежал в фире. Ты, по-моему, хуман, нет разве? Я что-то путаю. Нет разве? Ну, так я дождался, пока я убежал через тучку. Чувак, ребята, чё так, прохильте, не умыйте все. Нажимай. Прошу активировать лужи. Я не знаю, что активирую. Ну, каждая активация это минус 10. Череп бей. Сколько можно прикалывать? У нас можно нет. А, пакоты еще. Пиздец просто. Просто пиздец. Я не знаю, ребята. Дадите милики. Там бар зашел контроль и фернул просто.
Ну, вар получит свое. Ну, а ты мог нажать этот... свою что-то. Выбивайте человека. Есть массакр у кого-нибудь? Выбирай подставить до этого. Ребят, косты сбивайте, милики, вы что дрочите меня, а? Алло! Куренюкин! Кто еще тут есть? Трансанон Зи. Блин, вы еще не видите? Сбивай. Да они аутисты, нахуй, я понял, что транка болван просто полный. Вывесни. Взял фурик на голову. Да, да, БР, конечно, я в Бельце тоже БР. Рога прям в центре. Пошли, чем-нибудь. Магмониты, отойдите. Понятно. Ты не умрешь, не страшно. Аргельца БРните. Непонятно, где он валяется. Я же сказал, в центре. В самом центре. Ну, в центре. Вот я рядом. Ну, я пингую, ты не видишь? Да, к боссу подойти. Порталы, заходим, порталы. Порталы, заходим. Душа еще убить. Порталы, заходим. Заходим в портал. Там еще портал один остался. Тут не зашел в портал. Ослабление сними. Большого, ты чё? Тихо, тихо. Там он добивал щупальц. Подушающий. Подойди, ребят, в центр и дай Геру там. Скинь печать на хил внутри. Кастер, нажмите свои бурсты на тяжелые щупальца. Разлагающий обезущий. Комп это надо было отправить, нам СПД дать какое-то. Под стоп каст я первый сдам АМ. То я. Ник, говори. Браво. Хорошо, на второй даст тогда уходца. К лицу подходим все. К лицу все подошли. Подошли, подошли. Привыкайте, ребят. Можно бабчики в пороге обновить, пока тут сверху? Клик на ХП главное дайте. По правой стороне обходим. Идем к большому щупальцу. Кроме тех, кто в порталы идет. Ну, сейчас 14 санити, ребята. Просто порталы будут. 2 санити. Ну. Ну, а, главное, надеюсь, ты не попадешь больше. Я надеюсь. Можно гимноман? Главное, не поверни... Не, пов... не повернись к боссу. Чего портал? Вы перебьете, надеюсь, этот босса? Ребята, чего вы босса не бьете? Бьем. Вы как долго бежали, я не знаю, 30, там еще 30 осталось. Надо под кирой как-то слабо. Да. Нажмите свои бурсты, нажмите банки. Нам вам переводить надо. Встаем на печеньку. Печеньку встаем. Напоминаю. Тихо, закрыли ты свои. Напоминаю, Близвайп, ты не должен поворачиваться к боссу вообще. Хорошо? Все на пулу, давайте Близвайпу, он без этого, без аутизма. Поэтому, пожалуйста, не вайпните нас. Кастеры все в печеньку встаньте. Печеньку встаньте, кастеры, чтобы если что, они на нас бежали. Да, хорошо. Видите, он на таунте так все хорошо. Нажимай. Угу, молодец. Походу хорошо, что в плюс 0 не стали ребить. Почему? За 5 кул надо. Да нет, просто у нас эти... Клоуны на милик. Первая фаза сложно. Я был в щупле и с связкой. Не ты, я про... Кто там умер из милика? Не, я понимаю, что не клоун. Отвечаешь?
Чего, блин? За базар хотят меня спросить. Шторм. Да, зверение есть? Базар. Прямая Арсений, надо будет этот... убить адов. Что это? Плеч? Так, плеч не знает механик. Угу. Забей, отдыхай. Да-да. Байрону тоже. Что-то я посмотрел, кто у нас умер, блять, сам повернулся на него. Сдох. Сука. Добейте адов. Адов добейте, потом этот. Остальных. Адов добейте, добейте адов. Байрон. Всех убейте. Потом босса. Быстрее, адов, 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 адов. Адов, 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 адов. Адов, адов, адов. Быстрее, это маяк сейчас будет. Добейте, добейте адов. Добейте адов, ребят. Быстрее, иначе босс отсидится. Вроде успели, да? Да, успели. Вообще-то есть сори, хантаман, аккуратненько. Че, мана нет, что ли? Пока-то на костю гимноман. Давайте до маяка. У ДПС босса дайте там 500к. Тебе надо отвести будет с маяком. 5 секунд. От Вадима бы. Один не успеем убить. А, хорошо, ладно, рисайте. Доказательство веры. Хилут. Осколок. Волонира осколок. Так, пока ты была в контроле, я смотрю. В контроле была? Мне показалось. Пака ты? Как тучу своей жопой задела? Ну окей, я смотрю во второй пост. Пятнадцатка драллово. Дальше лут собрания. Чест тканевый. Да, давай. Получится. После лута собрания будут небесная вспышка. Так. Шелой. Ну, без вайпов прошли и хорошо. А, богу. Ну, кожаные ноги, бис на комбатов. Кого тут еще? Перлов, которых нет. Так, это на распыл.